Как добрались? Рад уже на самарской земле приветствовать. Наконец-то дома. Приятно. Приятно то, что переживания такие. Смотрел сам, то, что и сборы. Все переживают, и администрацию постоянно звонят. Все переживают. Наконец-то дома, да, приехали. Как дорога прошла? Отлично. Быстро. И удобно. Как с условиями здесь? Легковерно. Стены родные. Стены родные. Вам должны дать такой импульс, чтобы побыстрее выздоравливать. Очень не отращивать. На ваше? Ну, пошли сюда. Значит, мужики, доступ сюда родным и близким людям возможен. Возможность приехать родственник, опять же, сюда с завтрашнего дня. А уже обзвонили, уже приедут? Что говорят? Уже... Все, пришли уже, нам же сказали. Дмитрий Игоревич уже все, был уже здесь у нас. Поэтому все. Ему прям вообще респект. Молодец. Отдыхайте, понимая, что с дороги в вашем состоянии это непросто. Поправляйтесь, постараемся во всем помочь. Рад был сегодня видеть на лицах бойцов улыбку. Это, наверное, ну, самое дорогое для меня, что... случилось за последние дни, это улыбка на лицах бойцов, которые оказались на родной земле. Уже завтра они смогут пообщаться со своими родными и близкими. Для всех родственников, которые планируют сюда приехать, обнять своих родных людей, хочу еще раз напомнить, что обязательно с собой должны быть паспорта. Не забывайте паспорта. Будет возможность со своими родными людьми, защитниками Отечества пообщаться здесь. Продолжим работу по лечению, по реабилитации бойцов. Предоставим им предложение по дальнейшей реабилитации также на территории Самарской области, чтобы они как можно быстрее восстановились. Рассчитываю, что здесь, на Самарской земле, это пройдет гораздо быстрее. Конечно, они здесь окружены любовью и заботой всех жителей Самарской области. Замечательных врачей и медицинских сестер, медбратьев нашего госпиталя, ну и, конечно, родных, близких людей. Замечательно. Дома всегда лучше. Не верилось, но все получилось, как сказали. Свои обещания сдержали. Говорил то, что он постарается сделать все возможное, чтобы всех нас, самарских, сюда привезли. Сказал то, что чем может, тем сможет поддержать нас, семьям тоже. Как сможет тоже поддержать там, чтобы не стеснялись, задавали вопросы, и будет помощь оказана нам всем. Прошло 2 дня, вы здесь. Да, я рад, очень рад. Поправляйтесь. Спасибо. Надеюсь, здесь действительно стены помогают, родные. Но мы постараемся, чтобы побыстрее и лечение, и реабилитация прошла. С наступающим праздником. Дорогу перенесли все хорошо, и... Конечно, это не случайность никакая, потому что только тех, кто готов был к транспортировке, госпиталь ростовский направил по нашей просьбе на Самарскую землю. Я обещал им в Ростове, что решу этот вопрос, хотя Министерство обороны могло направить бойцов в любой госпиталь. Возможностей у Министерства обороны много. Но еще раз хочу сказать, пошли навстречу. Приняли решение и оперативно доставили их спецбортом сюда, на Самарскую землю. Да, изначально рассматривался вариант доставки бойцов поездом, но это было бы гораздо дольше. Вот сегодня они уже здесь, на родной земле, и это важно.